Круг может себе позволить. Я думаю, в любом случае выиграет с кругом. Да. Потому что Семёхин проиграл 37. Вот они сейчас только-только подходят, кстати, с Лессером. Хотя вдруг Семёхин сейчас быстро и точно, может быть, поддавит Кентена. Но нет. Два промаха у Семёхина. Доль, Лессер. Какой шанс для наших? Снова Доль. Промах, хедер. Рома Цветков. Неужели Строля? А может, Логина? Строля! Хорош литовец! Логинов! Молодец, Саша, молодец! Прекрасно у Цветкова, два промаха, увы, но Саша Логинов, это опять как у Казакевич. Важно психологически на этой стойке было отработать. Саша, здорово, третьим уходит, третьим в борьбе за серебро. И сейчас Логинов. Атаковать надо в этот подъем, еще у нас километр с лишним до финиша. Опасен белорус, опасен Смольский, способный пробежать, но и пробежать этот круг сильно. Нет, Строля призером уже не будет, Славянский базар на финише. Кто был на старте в эстафете, сейчас на финише ждет горячее сражение между Логиновым и Смольским. Я полагаю, что медаль в любом случае от Логинова не денется. Но вопрос какая? Тоже ведь очень важно для Саши побороться за второе попадание на пьедестал. В нынешнем сезоне есть победа, роскошная, но единственная. Фаберхофе, Цветков 11-й. Цветков 11-й, минута отставания. Там Бенедикт Доль в секунде был 13-м в борьбе за десятку. Это важно. Смольский! Смольский! Очень уверенно идет белорус. Очень уверенно, но тоже все эти парни уверенно, но тоже все эти подъемы даром не проходят. Их три штуки. Каминский подсказывает сейчас. Пока просвет есть. Строля и за ним Фрус. Обрати внимание, Симон Дестьона. Строля в любом случае молодец. Он просто молодец. Будет пятым или шестым. Логинов 13 секунд. Они сейчас подходят быстрее. Кентена бегут. У того сил нет, но запаса хватит, чтобы победить, конечно же. Итак, друзья, второй или третий Саша Логинов. Второй или третий. Беларусь переживает, естественно, за Смольского прежде всего. Но это приятное соседство. Но, тем не менее, вид спорта индивидуальный. И, конечно же, мы очень надеемся, что Логинов преодолеет сопротивление со стороны очень настырного и настойчивого Беларуси. Лобус, без сомнения, Кентен Фьенмае. Ну, а у нас сейчас главное, это, безусловно, Логинов. Логинов или Смольский. Но все-таки Логинов, но все-таки лето, как в песне Тухманова. Мы вторые сегодня, и это очень важный фактор, психологически важный фактор для Саши Логинова справиться. Один раз только лишь он сегодня промазал. С последней стойкой целует майку Кентен Фьенмае. У нас сегодня заслуженное, без сомнения, серебро. И Саша Логинов герой сегодняшней гонки. Молодец! Молодец, Логинов! Уйти, убежать от такого Смольского. Поздравления со стороны Кентена. С огромной радостью сообщаю, что не только на второй строчке в общем протоколе. На первом месте в графе «Лучшая скорость сегодня». Самочувствие чувствуется, что улучшается с каждым днем. Ну да, такого после невыразительного немножко спринта. Но опять-таки там, может быть, скорость была неплохая. Конечно, стрельба подвела и в эстафете. И сегодня вполне хорошая скорость была. И сегодня такая гонка получилась почти мини-мастарт, потому что там сколько, порядка 40 человек там в полуминуте. Но у нас вся команда в 10 секундах, в 30 секунд. Ну, ничего удивительного, мы так, в принципе, и думали. После промаха на третьем рубеже получилось так, что поглубже откатился чуть-чуть, а много сил, наверное, пришлось тратить, чтобы догонять и продолжать претендовать на медаль. Ну да, согласен. Ну и, в принципе, сегодня получилось, что достаточно с дальней позиции пришлось выбираться. Сегодня я понимал прекрасно, залог успешной гонки только могла быть хорошая стрельба. Рад, что все получилось, да, и на четвертом кругу, конечно, приходилось немножко отыгрывать, и благо я видел просто спины, здесь все видно, и из-за этого немножко полегче было. Так тревожила нас в последнее время стойка, и, судя по всему, на этот раз на последнем рубеже удалось прямо уйти в работу. Работаем, каждый день работаем, каждый день анализируем, и, конечно, стараемся ситуацию исправить как бы на все 100%. Ну, приходя на рубеж, успеваешь как-то тактично? Несколько человек обогнал где-то на подъеме, потом на спуске получилось немножко
поаккуратнее с работы где-то обогнал. И перед рубежом я у Максима Цветкова спрашивал, говорю, какую тебе позицию сказали, потому что я шел за ним, а я не знал, как им. Естественно, хотелось идти и понимать, на какую мне установку ложиться. Конечно, благо тренеры у нас работают шикарно на трассе, все подсказывают, все помогают. И по последнему кругу, вот на длинном подъеме, который еще в ту сторону, удалось вроде бы отъехать от белоруса, от литовца, но потом Смольский так подобрался, подошел, и казалось, что второе место даже немножко в опасности. Ну, я не скажу, что не получалось контролировать. Я прекрасно понимал, что на подъемах скорость на данный момент конкурентоспособная, поэтому запас там 3-5 секунд – это достаточно большое преимущество. Тем более на последнем подъеме там есть хороший уход, где можно там и не секунду, а даже и 2-3 отбить. Вот так сейчас по ощущениям себя на трассе. Но скорость-то особо сейчас меня не беспокоит. То есть, в общем-то, все гонки, и взять до Нового года, во всех гонках можно было быть высоко. Во всех. Да, где-то немножко не везло, где-то немножко концентрация терялась, и из-за этого не получалось. Но когда все складывается, то, в общем-то, результат есть. Я говорю, больше банальная опять-таки фраза, но мы слишком много работали этим летом, в этот подготовительный сезон, чтобы не показывать те результаты, которые мы можем показывать. Спасибо большое, Саша. Спасибо. Еще раз поздравления, благодарность. Ударите нам праздник второй день подряд. Спасибо. Спасибо огромное. Церемония награждения у нас такая важная и такая нужная. Смольский третий раз бронза. И, конечно, мы сегодня переживали, глядя на вот это сражение Логинова со Смольским, потому что Антон очень хорош, безо всяких сомнений. И вот сейчас мы видим его снова на пьедестале почет. Но из тролля красавец. Мы с коллегой Бойцовым вспоминаем со времен олимпийского чемпиона Альгиса Шалны. Не было такого шального, мощного, хорошего прибалтийского спортсмена. Саша Логинов, уважаемые друзья. Второй пьедестал в нынешнем сезоне после победы в Оберхофе. Победа в эстафете здесь и серебряная медаль в гонке преследования с 32 места. С 32 места. Блестящий совершенно итог, и мы отмечаем действительно минута 20 получается отыгрываемое, вполне отыгрываемое отставание. И Саша на пьедестале, это замечательно, это здорово. Еще раз хочу сказать, один промах в сегодняшней гонке, успех блестящий, совершенно фантастическая Лешка. Промах первым выстрелом на стойке, а дальше 9 выстрелов подряд, блестящих совершенно. Поэтому восхищаемся Александром и поздравляем Кентена Фионамае, который абсолютно лучший преследователь. У него там какая-то подряд уже победа, третья подряд Кубки мира. Кентен упрочил положение. Жаклен далеко. Сэмэйсон, в общем-то, далеко. И сейчас мы видим французского спортсмена как однозначного лидера и в малом, и в большом зачета Кубка мира, потому что действительно главный претендент на победу. Но не будем забывать, что все-таки Олимпиада в зачет Кубка мира не входит. И сейчас вот такой прекрасный подиум, замечательное окончание вот этого второго по счету немецкого этапа, и с классным настроением российская команда. И болельщики, конечно, будут ожидать уже следующего этапа Кубка мира, который пройдет в Анхольце. Это будет последний предолимпийский старт. Кентен, Саша Логинов и Антон Смольский. Хороший такой франко-российско-белорусский союз на пьедестале почета. Ну и, разумеется, мы чествуем всю шестерку, которая сегодня на пьедестале.